Итак, мы завершаем с вами цикл лекций по данному предмету. И последняя краткая тема у нас будет – это обзор информационных технологий в деятельности туристской фирмы. Информатизация является одной из характерных черт современного общества. Человечество в настоящее время развивается по пути, в котором информационные технологии играют большую роль. С помощью информационных технологий можно экономить человеческие ресурсы, энергию, материальные затраты, которые необходимы для реализации туристической деятельности. Информационное поле представляет широкие возможности для продажи туристических услуг. Так, практически все туристские организации имеют свои сайты и информационные ресурсы, которые позволяют им делиться различными информацией со своими клиентами. Туризм – это сфера экономики, которая остро нуждается в информационных технологиях, потому что от скорости обработки информации напрямую зависит ее функционирование. Услуга туризма – это не обычный товар, а продукт, который приобретается на удаленном расстоянии и заранее. Таким образом, успех продаж зависит от визуального оформления, размещения описания туристического продукта, выставляемых фотографий, наличия собственного сайта или приложения. Информационные потоки обеспечивают связь не только между туристами и туроператором, но и между туроператором и непосредственными поставщиками туристских услуг и продуктов. Сеть интернет обеспечивает не только информационный, но и денежный обмен за счет действия различных платежных систем. На информационные данные отрасли влияют следующие факторы. Это комплексность оказываемой услуги, в том числе туристический продукт информационно насыщен, при его формировании применяется множество информационных технологий. Информационные системы используются в сфере обслуживания. Так именно на работе информационных систем базируются сайты, работа авиалиний, электронной почты, средства общения, телефонных сетей, систем видеонаблюдения, бронирования и так далее. Более того, системы отдельной гостиницы, например, могут быть связаны с более глобальными системами. Следовательно, информационные технологии интегрированы в систему гостиничного и туристического бизнеса. И, наконец, туризм – высокоинтегрированная услуга. А потому информационные технологии также используются в сфере организации и управления. Ведение международного бизнеса диктует необходимость использования информационных технологий, которые способны обеспечить эффективное функционирование в данной области. Для безопасности перемещения туриста необходимо получение информации о его местонахождении в период тура. Информационные технологии способствуют обмену информацией между туроператором и клиентом, между турагентом и туроператором, между турагентом и туристом. На информационных технологиях базируется деятельность авиакомпаний, так как маршруты и расписания строятся при помощи электронных систем. С помощью программы осуществляется контроль за полетами, персоналом, бухучет и планирование. Кроме того, на основе данных систем базируется работа спутникового сбора информации, систем передачи сообщений и многое другое. Работа гостиниц также автоматизирована и основывается на современных информационных технологиях. Там действует система электронного резервирования, технологии, которые способствуют улучшению качества обслуживания, в том числе и в условиях малочисленного персонала, инвентарный учет, контроль за алгоритмами и процессами поставок. В гостиницах для туроператоров и турагентов действуют системы бронирования или резервирования. Без данной системы трудно представить деятельность современных туристических организаций, так как около 90% гостиниц и отелей на сегодняшний день используют электронную систему планирования. Через информационную сеть можно оперативно получить информацию о доступных услугах, стоимости, свободных днях для бронирования, что позволяет спланировать личное время заказчика. Для современного человека, жизнь которого перегружена информацией, этот параметр имеет определяющее значение. На международном рынке действуют следующие системы резервирования. Это Amadeus, WorldSpan и Galileo. Последние две также имеют свои представительства на территории России. Плата за подключение к данным серверам для туроператоров не особо значительна, что делает их удобными и доступными. Однако система WorldSpan считается одной из самых динамично развивающихся в мире. Так как
туристическое эфир во многом офисная деятельность, особенно на стадии оформления путевки, в ней используется множество программ автоматизации электронного документа оборота. Однако необходимо констатировать, что в России далеко не все организации используют данные системы. Тем не менее, сотрудники должны быть с ними знакомы и уметь обращаться. Можно выделить следующие популярные комплексы программ. Первое. Это САМА, одно из наиболее известных комплексов России. С ним работает свыше 30 компаний в разных городах России, имея 6 опциональных функций, связанных с ведением и подготовкой тура, справочной информацией, формированием документов и договоров. Кроме того, имеется раздел «Туры», который позволяет самостоятельно формировать туристические программы. Туристический офис предназначен для автоматизации деятельности турфирм, причем не только в рамках одного офиса, но и в рамках нескольких компаний. Кроме того, она автоматизирует различные звенья фирмы, соединяя их информационное поле в единое целое. Подобный подход позволяет эффективно управлять туристским бизнесом, видеть статистику, находить необходимую информацию. От пользователя данной программы не требуется углубленного знания компьютера. Интурсофт. Главное. Данная программа направлена на неоднородные туристические предложения и их систематизацию по различным параметрам, имеет систему автоматизированного документооборота. Конечно же, это не все те варианты программ, которые используют для работы в бизнесе, но являются основными, на базе которых может быть построена или спланирована собственная программа электронная. Крупные компании могут себе позволить прописать свои алгоритмы и создать свою систему бронирования и резервирования, а турагентства могут создать программу для формирования и документа, формирования договоров, осуществления документа оборота и связи внутри компании. Поэтому с этой точки зрения система постоянно развивается, в том числе уже и на платформе 1С создаются программы, которые используются для бронирования в туристических агентствах. На этом все. Спасибо.